Преображенский собор на площади города. Еще в стадии строительства, но уже убран забор, и можно вот так посмотреть. Лестница туда наверх. Все было огорожено. Теперь уже видно. Новая лестница на площадь уже открыта, можно пройти. Храм со стороны площади. Тоже ограждения сняты. Чистая территория. Ну, там еще ремонтные работы. Можно немного пройти.